Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Soul Knight. Так, выберите героя. Ребят, я на почте пошуршал, и видите, сколько у меня сейчас монеток. Ну, почти 3500. Значит, я могу себе кого-то купить, верно? Верно, только вот кого? Давай посмотрим. Так, это у нас кто? Я не знаю, ребята. Так, это у нас все за деньги. Можно кого-то купить? Ё-моё, за эти-то. Ну, не за рубли, а просто за вот эту, за местную валюту. 3000, кстати, я могу мага взять. Оглушение врагов ударом молнии. Выпускает ледяные шипы во врагов перед собой. И призывает кружащие огненные сферы. Слушай, неплохо звучит, а вот это вот. Так, кувыркается вперед и уклоняется от пуль врага. Понятно. Мне что-то говорили про некроманта, что ли? Или кто-то такой, или вампир. Я так и не понял. Так, а вот это что у нас за голуб... Ого, 5000, алхимик. Это у нас ассасин. Кто рядышком тут? 12000, эльф, ёпрсте. И берсерк. Слушай, ну мне тогда получается позволительно взять только лишь одного персонажа. Хотя, подожди-ка, тут можно улучшить. Так, открыть. Это у нас вампир. Блин, так что, получается, только могу мага, что ли, взять? Ладно, давай возьмем с тобой мага. Причем у него ни одной звезды нету. Посмотрим, что он из себя, ребят, представляет. Библиотекарь, Акалит, Хэллоуин, китайский Новый год. А, это, видимо, новые скины, да, для них. Можно еще приобретать. Ну что, беру, например, мага. Как мне его взять? Как мне взять мага-то? Выберите героя. Ну вот, я выбираю, например. Все, стартуем. Ох, сейчас, ребятушки, начнется веселушечка. Еще та. А, блин, только хотел вам показать, какие там фишки я еще увидел. Хотя вы, наверное, их знаете лучше меня. Что я вам буду показывать? Но у нас с тобой первый уровень. Так, давай посмотрим, что мы можем с тобой делать, в конце концов. А что такой заторможенный заряд? Не понимаю. Эй-эй-эй-эй-эй, давай-давай-давай, бомби. Че, карты не будет, что ли, здесь сегодня? Перебьешься, да, сказали? Не, без карты. А, нет, появилась карточка. Ну что, пошли наверх, там у нас сундук какой-то лежит. И что у нас тут? Рыба. Ага, что за рыба? Вау. Ну, рыба так рыба. Будем бомбить тогда этой рыбочкой с тобой, да? Дынь-дынь. Фига, она там шары делает. А мне нравится это оружие. Готово. Тем более оно синее. Редкое. Так, дальше мы можем строить. Там портал. Мы пойдем с тобой сюда. Вопросительный знак. Ой, восклицательный знак здесь. Так, подожди-ка. Ага, все, разбомбили. 16 монет мы имеем, 195 энергии. Сходим тогда с тобой еще сюда вниз. Посмотрим, кто у нас тут может быть. Понятно, здесь бой. Разбираемся пока. Ну что ты тут? Так. В принципе, пока никаких проблем нету. Всех разобрали. Дает тебе, говорят, ускорение вот эта вот штука. А толк... Подожди-ка, я же их разбомбил. Где? Вот он, сундук. Про него не стоит никогда забывать. А у меня есть такая привычка забывать про него. Ну что, теперь можно идти спокойно в портал. Мы с тобой здесь все выполнили. Не знаю, насколько хорош маг. И вообще, в чем разница между магом и рыцарем. Так, смотрим. Выбери бонус. Отсутствие дополнительного урона, если щит разрушен. Получение энергии при убийстве врага. Так, двойной урон от стихийных пуль или критическом ударе. Слушай, наверное, нам нужно отсутствие дополнительного урона, да? Или же получение энергии. Давай получение энергии возьмем. Окей. 1-2. Торговый автомат. Ну, нам он не нужен. Погнали. Так, враги сами прыгают на меня. Так, отлично. Ну, не надо, не надо. Так, только лишь монетки. Знаешь, что я хочу сказать? Нам здесь необходимо... Будет оружие ближнего боя. Так, сундук. Пушка-лассо. Хм.
Подожди, пушка лассо, а что она делает? Ну, просто стреляет и все. Ничего я в нем такого выдающегося не вижу. И книга вот эта тоже непонятная, да, ребята? Просто снарядики выпускать. Ладно, фиг с ним, пускай будет. Так, мы с тобой пойдем-ка, наверное... Нет, вниз сходим. Потом, если что, наверх. Ух ты, а ты кто такой? Нанять этого героя. Давай наймем. Он мне обошелся бесплатно, друзья мои. Но он какой-то ненормальный, неадекватный. Я не знаю, что он... Что от него ожидать, смотри. Бзики у него какие-то там происходят. Бамс, бамс, тихо. Ой, на шипы-то зачем встаю? Да хорош. Подбили меня, да вы что, серьезно что ли? Ты прикинь, меня подбили. Это что у меня такая за живучесть? Может быть, мне этот ханурь что-то там делает плохого, а, которого я наел? Может быть, он против меня? Ну, ребят, я, в принципе, могу понимать, почему я такой ватный. Во-первых, я играю за мага, это раз. Ты видишь, у него 3 здоровья всего лишь, 5 брони. То есть, мне кажется, невыгодно даже за него играть. Давай будем честны. Не очень выгодно. Так, ну что, забомбили всех типа, да? Давай с тобой откроем сундук. И дальше у нас выбор. Либо туда, либо сюда. Ну давай заглянем сюда с тобой. Да, моя броня если закончится, то все, мне будет крышка. Потому что, ну, на 3 хпшках я далеко, конечно же, не уйду. Обоюдоострый меч. Вот это уже что-то интересное. Ладно, я возьму меч. У меня все равно нет альтернативы. И мне сказали, что оружием ближнего боя можно уничтожать пули. Хотелось бы проверить, так это или нет. Что, давай-ка я, наверное, зайду, где знак восклицательный знак у нас здесь находится. И что нам здесь? Ага, это ездовое животное, ребята. Так, сколько он потребует? Пятнарик, берем. Поехали. Так, что у нас тут? Понял. Так, их уничтожили. Звездочка там бомбит, понимаешь ли. Но... Ну, давай ты, господи. Все. Ой, все, ё-моё. Чё же я так? Я совсем забыл, что здесь еще несколько волн. А что это делает, чувак, я не могу понять. Что-то просто так бомбит его, палочки, что ли, или что? Так, вариант, у нас сундук здесь есть. Давай мы сходим, блин. Таинственный торговец. Зелье силы. Пузырь с усилением. Иммунитет, так понятно. А вот это что? Зелье силы плюс 1. Сколько требуешь? А, он просто все восстанавливает, да, мне? Угу, понятно. Ледник. А сколько он требует за этот ледник? Просто дух захватывает. Значит, я не могу взять ледник. Не могу, ребят. Ну что ж, пошли тогда, у нас портал с вами открылся. И нам нужно в него идти. Выберите бонус, ну ладно, давай. Так, отсутствие дополнительного урона, если щит разрушен. Увеличение скорости стрельбы оружия. Так, увеличение эффективности питомцев и спутников. Давай вот так, наверное, сделаем. Отсутствие дополнительного урона. 1-4. Погнали. А что, у меня всего 2 хп? Ты серьезно, блин? Всего 2 единицы здоровья. Почему так мало? Это очень мало. Это любой в меня плюнет, дунет, и все, и мне кранты. Верно? Зашибись. Ну где сундук-то? Дайте мне сундук. Вот он. Только монетки и энергия. Так, сходим с тобой наверх. Официант. Так, есть зелье амнезии. Забывание последнего полученного усиления. Нет, мне не надо. У меня с усилениями все четенько. Значит, теперь пойдем за сундуком, сбегаем сюда. Опа. Броунутовская. А, нет, броуновская катушечная пушка. Во. Слушай, это неплохо. Броуновская. Я возьму ее к себе. Так, дальше что у нас? Вниз.
Вау, заморозили, блин. Ироды. Я, кстати, все никак не могу протестить, действительно ли мы с собой можем уничтожать патроны с помощью меча. Да. Так у меня не получится, видимо, протестить. Где сундук? Вот он. Пистолет-гранатомет. Я думаю, что он мне пока не нужен. Так, ну что, в портал бежим с тобой. Окей. Ну, Макс все равно по хпшкам он ватный, ребят. Ну, 2 единицы здоровья, ну это что такое? Это несерьезно. Это несерьезно. Как по мне. Ну, что там, кто там еще остался, где? А что, моего охранника, как всегда, забомбашили, да, уже? Да давай ты бомби. Нет, смотри-ка, бегает. Очумелый-то мой. А я думал, что его уже все казнили. Что это такое? 40-метровый клинок. Вы что, серьезно, что ли? 40-метровый клинок. Фига тут дура такая. Ну ладно, пошли. Так, бомбим, бомбим, бомбим. Не останавливаемся. Где эти гады? Вот они тут. Ну. Так, подожди, мне нужен меч вот этот. Я хочу протестить. Да, он единственное, что, ребят, пока он замах этот сделает, 30 лет пройдет. Так, у нас 51 монетка. Мы можем с тобой пройти вот сюда. 40-метровый меч. И что это такое? Печь для переплавки. Хочешь переплавить текущее оружие? Слушай, наверное, нет. Хотя, может быть, и стоило. Нет, все-таки, наверное, не стоило. Давай смотреть дальше, что у нас тут. Воу-воу-воу, тихо. Так, тихо, друзья мои. Аккуратненько. Посмотрим, можем мы... Блин. Очень долго машет. Очень долго. Да. Гаечные ключи. Что за гаечные ключи? Давай-ка посмотрим. Ну, подожди. Ну, и в чем прикол? Обычные гаечные ключи. Так, ну это 40-метровый клинок у нас обычный, поэтому я думаю, его брать не стоит. Возьмем с тобой гаечные ключи и пойдем теперь. Кстати, у нас босс тут уже. Да, вот прямо сейчас у нас будет с тобой босс. Это кто такой? Король снежных обезьян. Давай бомбить. Так, главное уворачиваться от комков, которые он там выпускает. Что-то ему не нравится, бедолаги. Давай, 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 вжаривай ему. Ну, началось что ли в России? Оу, он меня замораживает. А где мои охранники? Где у меня кто? Кто-нибудь хоть где-нибудь поможет мне? Давай. Есть, друзья мои. Я его накумарил, эту обезьяну, король, да. А, вырванная страница прыжок. Это вот это вот, да? А это у нас органический материал. Это вы подбили. Большой лук снежной обезьяны. Но это 100% нужно брать. Скорость, конечно, опупенная. Так, выберите бонус. Это что у нас такое? За убийство врага можно получить дополнительную жизнь. Так, оружие ближнего боя может отразить пули. Оружие ближнего... Так вот только лишь, когда может отразить пули. А это у нас увеличивает дальность атаки оружия ближнего боя. Я думаю, что, наверное, возьмем с тобой вот эту. Типа вампирика. Можно его так назвать. И у нас 2-1. Блин, как-то надо нам с тобой энергию увеличить. Но лук, я думаю, это имба. Надеюсь на это. Так, ну где вы там, рыцари счастья? Окей. Нормуль. Все, нет? Нет, не все. Так, здесь подбили. Сундук, пожалуйста. Дальше куда идти?
Ага, здесь можно. Здесь какой-то у нас секретик лежит. Храбрость находится между трусостью и безрассудством. Не спорю. Так, нанять ли? Давай наймем. Хе-хе, у нас... Я, знаешь, как Дон Кихот, а это у нас этот... Санчо Панчо, ё-моё, на ослике. Погнали! Нечего тут... О, воу-воу! Потише! Ё-моё, друзья мои, мне... А как получилось так, что меня забомбили? Я ни черта не понял. В общем, забомбили, и маг этот почему-то оказался какой-то слабеньким. Блин, тут надо пройти всего ничего, и все будет хорошо. Рыцарь получается лучше, если мы с тобой улучшим. Вот что нам это дает? Так, два оружия. Используйте все имеющие оружие одновременно за короткое время. Используйте бесплатный пробный купон, чтобы испытать навык. Чтобы испытать навык. Так, я ничего не хочу испытывать, я просто хочу пойти и надрать задницу всем этим голодранцам, которые мне мешают, так сказать, жить. А, у нас еще 11 рыбок с тобой есть. 11 рыбок. А куда рыбки-то у нас тратятся? Я уже забыл. Так, для того, чтобы поврежденного робота сделать, что нужно? Может быть, кто-то починит? Может быть, кто-нибудь починит. Фрагмент облика босса-торговец. Смотреть телевизор. Штык в штыке. Это рекламу, что ли, смотреть, типа, да? Бесплатно смотреть телевизор. Так, ну что, друзья мои, я получил штык в штыке. Это вот это вот? И что это такое? Ого. Со мной летает два каких-то меча. Фабрика роботизации. Что это такое? Броня прототипа. Недостаточно материалов. Тут очень много всего полезного и классного есть. Но как это все сделать, я, например, вообще не знаю. Так, что у нас тут внизу? Шаман. Шаман что-то, наверное, хочет нашаманить, да? Извини, пока закрыто. Археолог, по-моему, тоже, да? Удалось увидеть загадочный что? Что загадочный? Дедуль, что загадочный, блин? Ничего не понял я. Чего там удалось мне? А здесь еще какой-то есть проход. А, это мы с тобой вернулись, понял. Так, это у нас огород, где можно сажать всякую дрянь. Здесь нечего выращивать. Естественно, здесь нечего выращивать, потому что у меня пока ничего нету. Разблокирую с помощью материалов. Твою налево, ты прикинь, где вот это вот все добывать? Наверное, прохождение уровней даст. Вот пандочка еще бегает. Так, ладно, ребят, пойдемте с вами тогда выполнять задание, в конце концов. Так, а вот это что такое? Гасипон-автомат. Нет, я не хочу никаких гасипонов-автоматов. Что-то название какое-то странное. Я хочу посмотреть, что мне дали за мечи. Как это все работает. Можно посмотреть. Блин, нифига. Они как бы рубят за меня, да, врагов. Не так, конечно, быстро, как хотелось бы. Что-то мне кажется, или у меня как-то подглючивает игра? Или мне кажется? Да нет, по-моему, не кажется. Бывали какие-то такие небольшие фризы. Эй, а что так много врагов-то? А что мне дает звездочка? Вот я открыл персонажу, да, звезду, друзья мои. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что, какое преимущество. Врагов я вижу, тут стало больше. Вот это да. Не знаю по какой причине, но их стало больше здесь. Где сундук? Вот он. Мачете, не хочу я никакой мачете. Или возьмем? Нет. Возьмем пистолет. Так, давай заглянем сюда. На огонек. Так, этих я нанять не смогу. Они требуют 15 монет. Ну, а с монетами ты сам видишь, у меня вообще проблежонка. Проблежонка большущая. Так, мечи наяривают. Мне нравится, как они работают. Очень прикольно. Так, что у нас здесь? Блин, по-моему, как-то фризит все-таки. Может, мне кажется, нет, вроде во время боя именно фризы идут. Так, сундук. Мачете, либо дробовик. Мне, наверное, ничего здесь не нужно. Обойдусь я без этих шалостей. Мы с тобой лучше пойдем дальше, да? У нас тут портал.
Портал, значит, о, выбрать. Выберите бонус. Так, уменьшение скорости пуль врага, увеличение радиуса сбора монет. Ну, давай, наверное, это сделаем. Хотя я, может быть, не прав. Так, вызываем мечи. Мечи вызвал, и можно, ребята, ставить обычное оружие себе в руки. Мечи будут, как говорится, за нас вот всю работенку делать. Все, вот эту бочку, по-моему, трогать нельзя, она взорвется. Окей, так, здесь у нас с тобой сундук. Плавильня. Что за плавильня? Интересная плавильня. Так, а внизу у нас что за секрет? Что-то у нас с монетками как-то плохо, 13 всего лишь. Ага. Мы сейчас с тобой получим кучу энергии. Так, вызываем с тобой мечи. И на плавильню переключаемся. Так, где враги следующие? Ага, вот они. Все, так быстро разобрались с ними. Мне нравится. Заглянем тогда с тобой сюда. Слушай, ну классные мечики на самом деле. Нет, все-таки фризит. Ребят, не знаю, в чем проблема, но фризы есть. Не знаю, с чем это связано. Ну уж никак не с этим. То, что тут на карте монстр. Буквально недавно играли, никаких фризов у нас даже и не намечалось. Ими даже и не пахло здесь. Так, а вот это вот можно, интересно, вот эти вот бомбить, нет? Я думал, вагонетки, может быть, подбивать можно, и из них что-то полезное будет выпадать тебе. Но не тут-то было. Когда игра закончится, так, будут конвертированы во что-то там. Непонятно во что. Штык в штыке вызываем. И погнали дальше разборку тут делать. Тиш-тиш-тиш. Да иди ты. Где там следующие враги? Вон они. Эти звездочки бомбят, естественно. Все, что ли, разобрались? Ну да. Причем на изи. Так, здесь у нас плавильня. Подожди, а дальше-то сундук идет. А сундук нам лучше с тобой открыть. Хотя нет, у смотри-ка. Что это за оружие? Мачете. Резатрон и зелье восстановления. 22 монеты требует. Ну, слушай, я, наверное, ничего не буду здесь брать, покупать. Все у меня нормуль. Единственное, с чем я погорячился, это я не вызвал штык в штыке. Вот теперь нормуль. Так, давай этого подбили. Все мертешит, ядрёна вож. Фиг поймешь, где кого, чего и сколько. Дальше у нас телепорт идет. Что-то как-то быстро мы с тобой проходим. Но опять же, первого босса завалим, а дальше нас там бомбанут. Так, смотрим, что у нас здесь. Увеличение числа комбо-ударов для оружия, способного наносить комбо-удары. Так, вот, увеличение запаса здоровья. И давай вот это мы с тобой сделаем. Увеличение запаса здоровья. Было 7, надеюсь, сейчас станет побольше. Опа, а что это у нас тут маг стоит? Закончилась энергия, я помогу. Опа, восстановил маг, прикинь. А это маг же мой, роднулька. Видишь, как он мне подсобил, молодец. Так, ну что, подожди, я хотел же вызвать. Опа, погнали. Сразу же расколбасон делаем полнейший. Нет, опа. Мини-боссик, да, какой-то он был. Готово, написали мне. Так, небесный чего? Небесный меч? А, рыба? Нет, спасибо. Хотя, нет, у меня плавильня и то лучше. Так, сходим, наверное, с собой сюда, заглянем. Ну, где вражины? Вон он там застрял, да? Штык в штыке, вызываю. Хоп-хоп. Давай-давай-давай-давай, уничтожаем. Нормуль. Так, наверху сундук находится. Пойдем проверим. Смертоносные фрисби и зелье восстановления. Давай зелье восстановления. Вау. Фига тут. Это что, прикол, что ли, такой местный, да?
Слушай, а броня же копится со временем? Вы писали в комментариях, что копится. Да, я вижу, ребята, копится потихоньку. Так что нам с тобой нужно двигаться дальше. 11 здоровья, но это уже хоть что-то. Так, подожди, здесь тупик. Здесь тупик, а тут что, внизу? Я здесь не был, да? Опа. Ох ты. Есть грибы. Есть, парень, пошли со мной. Я тебе покажу, где находится целая куча грибов. Да-да-да, это барбаркю. Именно тот самый варвар. Так, ну что, нам с тобой надо прыгать в портал. Слушай, ну паладин с одной звездой уже как-то себя чувствует поувереннее, чем вообще без звездочек, да? 1-5, тут уже будет у нас босс. Он должен быть... Так, подожди, вызываем мечи. Вот так-то. Нормуль. Блин, как они шинкуют, а, врагов. Просто на изи. Там еще и варвар этот нам помогает. Так что все хорошо. Зелье здоровья, отлично, спасибо. Так, двигаемся с тобой сюда. Здесь у нас восклицательный знак. Фонтан. Колодец желаний. Бросить монету, да. Так, я зелье восстановления, ребята, получил. Ладно, оно того стоило. Смотрим, что дальше. Так, погоди. Штык в штыке. Я уже не могу, так сказать, без них тут играть. Да куда ты там? Разогнался, ага. Вообще на изи разобрали. Ха, что там? А, грубый топор. Нет, грубый топор мне не нужен. Пойдем с тобой возьмем сундук лучше здесь. Так, зеленая эссенция. Зелье энергии и зелье здоровья. А что такое зеленая эссенция, а? Да, ну, как-то... Как-то, ну, не то, если честно, да? Блин, зря только финансы потратил. Ай, ладно. На будущее будем знать. Так, а теперь нам нужно с тобой наверх идти. Блин, ненавижу вот это вот, когда вот есть шипы какие-то, мешаются просто очень сильно. Именно вот здесь у меня маг и погиб, кстати. Вот в такой локации с шипами. Так, ну что, продвигаемся. Погоди-ка, а что это у нас здесь, смотри-ка. Какая-то комнатка отмечена. Такой, знаешь, как типа решетка. Но, предположим. Да блин, у меня энергия-то заканчивается. Окей. А, мы кого-то можем спасти по ходу дела. Посмотри. Тут кто-то у нас сидит. Готово. Кто? Клетка. Разрушить клетку, конечно же. Неужели я умираю с голоду? Есть грибы? Они что, вдвоем теперь будут за мной? Вау. Прикинь, чувака спас. Слушай, как раз для босса они сгодятся. Так, шипы эти. До сих пор... Ой, зачем так сделал? Так, ну что, вызываем штык в штыке. А, опять этот король снежных обезьян. Ну, давай. Давай, ребята, его наказываем. Так, что там происходит? Не вижу. Ё-моё, зачем я попал под ледяную эту фигню? Тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо буянить. Да хорош, успокойся. Блин, я опять попал. Ну нафиг, три с жизни. Да ты будешь... Он почему-то, ребята, меня... Не знаю, не оживал. Я не знаю, в чем проблема. Но он не хотел у меня. Че ты строчишь-то? Без конца. Так, органический материал, а здесь у нас что? Сила ветра, сила ветра. Вот даже и не знаю, что и взять. Сила ветра. У нас уже с тобой был такой лук. Так, нет, я не буду менять. Ну что же, погнали дальше. Так, выберите бонус. Так, появление ударных волн, если щит разрушен. Скидка в 50% в магазине. Увеличение эффективности питомцев и спутников. Давай, наверное, сделаем вот это вот.
эффективность, так сказать, повысим. Так, магазин. Да нафиг мне твоя снайперская винтовка, барахолку ты дал мне. Опа, опа, опачки, новые враги. Это тыквы. Ух ты, у нас что, самонаводящиеся стрелы, что ли? Ну, это круто. Это круто, ребята, до тех пор, пока у меня не закончилась энергия. Прикинь? Я без энергии. Я даже не могу призвать. Блин, мне питомцы-то есть хоть? Есть, питомцы есть, но... Трындец. Я вообще не могу нанести урон. Никак. Давай, давай, родной мой, бомби их, пожалуйста, этих тыквоголовок. Вот здесь вот еще привидения. Уничтожили? Все, ведь прошли же. Нет, вот оно, привидение еще бушует здесь. Но... Ну, кто-нибудь бомбанет его в конце-то концов-то. Че уже... Никто не хочет уничтожить призрака этого. Да что ж такое-то, а? Мне его не уничтожить самому, понимаешь? Ну. Так, подбили. Блин, тут еще, оказывается, одна волна. Сейчас меня тут за... Жаба какая-то. Почему так быстро у меня закончилась, извини меня, энергия, а? Есть. Нож мясника. То есть, блин, у меня вот выбор, да? Либо-либо. Ладно, я убираю лук. Откуда еще дубина у меня это? Вот так вот, короче, я делаю. Так, нет, не то. Погоди, блин, а нафига ты... Отдай топор, нож мне. Нож будет у меня. Все, а ты можешь брать все остальное. Так, пойдем с тобой вниз. Блин, без энергии это фигово, очень фигово. Так, что ты у нас? Наставник, и что? Обучить наемника? Явно он стал сильнее. Ты уверена в этом? Наставник. Потому что если он не стал сильнее, меня прикокошат. Так, сколько у меня там? 5 хп всего лишь. 5 единиц здоровья. Плюс одна броня, ладно. Где эти призраки? Где-то летают здесь, вот он. Ну. Призрак, вот он. Ах ты, бомбит еще, а. Да блин, его так замучишься ловить, если честно. Поймали, да, все-таки мы его? Так, давайте их уничтожать, тыквоголовых. Ага, минус. Так, ты у меня не убежишь далеко, гаденыш. Есть, контактишь. Ах ты, это понял, друзья мои. А лягушка-то, оказывается, взрывается у нас. Это как, ну, знаешь, живая мина. Иди сюда, тыквоголовый. Кто там? Еще один тыквоголовый. Разберемся с ним. Ну что тут его бомбить-то? Бомбить, не перебомбить. Слушай, мне бы как бы надо здоровье где-то восстановить. Во. Оно? Чего там не хватает? А сколько ты? 37, блин. Ну энергию хотя бы дашь? Дал энергию. Лазерный дробовик, ё-моё. А у меня не хватает финансов, блин. Я бы хотел бы посмотреть, что это за дробаш такой. Так, ладно, мы с тобой идем в портал. Здесь нам больше с тобой делать нечего. Полностью улучшенные герои. Так, что там полностью улучшенные герои? Фиг успеваешь прочитать, что-нибудь тут быстро очень. Но. Заколошматил я эту тыкву. Кто это там такой сумасшедший летает, я не понял. Нет, это не призрак был. Ой-ой-ой, уходим, а там
лягушка-попрыгушка, которая может взорвать все к ядрене фене. Так, мои мечи, бомбите привидений этих. Давай-давай, отлично, хорошечно. Твою же налево, блин, так, когда вот так вот. Сейчас еще давай отдуплимся с тобой, а? И будет вообще замечательно. Ну а почему бы и нет? Будет просто хорошечно. Да ты заколебал, а? Мечи, ну рубите вы привидений. Так, где же оно появится, а? Все, ушатал, по-моему, да? Есть. Штык в штыке, вы, выходи, где вы там, вот. Так, это беру на себе. Этого ушатали. Так, тут все хорошо. Так, призрак еще остался. Ну и где мои ножи? Я не могу понять, я их вызываю, они почему-то не вызываются. Но, нормуль, забомбили. Так, с этим я разберусь сам. Не успел. Так, че он там бегает, прыгает? Тихо, призраки. Уходим, уходим, уходим. Давай, готово. Сундук, откройте мне, вот он. Кто? Кристаллический лук? Нет, я лучше возьму штык в штыке. Блин, кристаллический лук, хочется взять. Наверное, я возьму его, друзья. Да чтоб тебя. Он 3 энергии берет, да, за удар. Блин, слушай, ну это не дешево на самом деле. 3 энергии за удар. Ладно, фиг с ним, попробуем. Это очень плохо на боссах особенно. Там надо стрелять очень много, и энергия улетать будет просто моментально. Так, что тут? Так, давай штык в штыке вызываем. Блин, ну тут я вижу не наводящийся у нас выстрел, стрелы с тобой. Так, что это у нас за кикимор такой, большой, гигантский? Все, нет? А, тут смотри-ка, еще какая-то ведьма. Да, с энергией вообще беда у меня. Готово. Слушай, лук очень-очень затратный. Я не знаю, как мы далеко с ним уйдем. Сохраняй энергию. Да как ты ее будешь сохранять-то? Штык в штыке только если вызывать. Так, опять эта ведьма. Подбили мы ее. Так, энергия к нам прилетела. А че, моего варваренка подбили уже, а? Да ну, быть не может. Смотри, что ведьма делает. Так, подожди-ка, дай-ка штык в штыке вызвать. Подожди, а где они? Вот они летают. Я думал, куда они исчезли. Нет, они тут на месте, все отлично. Мечи мои бомбят. Так, а эта жаба, я знаю, эта жаба взрывная. Так, вот они, призраки. Да что тут творится-то? Трэш-то такой, зачем так делать? Готово. У меня энергии не осталось. Совсем практически. Так, ну что, сходим с тобой вниз. Посмотрим, что у нас здесь лежит. Так, ты кто такой? Оружейник. Хочешь усилить текущее оружие? Блин, да не помешало бы. Но, видишь, проблемы. Проблемы у меня с финансами. Так, двигаемся дальше. Штык в штыке. Ну, нормуль. Головы только летят. Эть, жаба, уйди.
Эта жаба противная, я ее знаю, она сейчас может... Так, все, да? Вызываем опять. Слушай, ну прикольно вот это вот, да? Тихо ты, меня уже там строчат. Мечи, ну что вам стоит-то пробить их? Котя мой почему-то стоит на месте, ничего не делает. Очень интересно. Так, вот они, гаденыши, где ныкались-то, смотри. Че, все, закончилось, вызываем. Уходим, 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 уходим. Пускай мечи мои разбираются здесь с этими аглоедами. Слушай, практически, практически удачно, да, разобрались они. У меня одно хп, друзья мои, одно хп. Почему не вызывается? Штык в штыке, ты что, что не хватает? Энергии что не хватает? Или что, в чем проблема? А, вот они, вот они, вот они бомбят, друзья мои. Да блин, тот привязался ко мне. Отлично, там у нас кто остается? Одно, все. Блин, я, грубо говоря, на волоске от смерти был. Че там? Какая-то рыгающая пушка. Да, я, наверное, ее возьму. Так, здесь у нас что? Посох богини. Зелье восстановления. Все, да, справился? Ладно, двигаемся. А куда идти-то? В портал, получается? Значит, в портал. Заныриваем. Ага, что у нас здесь? Так, ускорение зарядки оружия, требующее зарядки. Скидка в 50% в магазине. Пули могут отрикошетить. Во, отрикошетить. Так, друзья мои. Что у нас? Не, в магазин не хочу. Пойдем без магазина. Так, во-первых, нам нужно вызвать так. Окей. А, тут их не домик типа был. Тыква, да? Ну-ка давай здесь посмотрим, что у них. Угу. Беру. Беру этого наемника к себе. Подожди-ка, наверху сундук был, что это я? Спешу-то вперед, батьки. Давай посмотрим, что в этом сундуке. Вот что мне нужно. Твою налево, не хватает, блин, монет. А сколько надо-то? Ох, ядрил на вошь, тихо. Штык в штыке, давай, ты будешь работать или нет? А, мечи уже летают, все, окей. Да что же за расколбас-то такой здесь? Две брони у меня. О, тут уже какие-то зомби-франкенштейны. Так, тихо. Отлично. Справились мы с вами, да? Что нам тут выпадает? Монетка и чуть-чуть энергии. Слушай, а мне до сих пор, наверное, не хватит, да? Для подхила. Сколько он требует? 46. Блин, слишком дорого. Что такое жмот-то, а? Придется в портал идти. Ну. Коснитесь его в жилой комнате, чтобы сменить. Нет, обманщика, обманщика я, наверное, не буду навещать. Торговый автомат. Не хочу ничего тут покупать. Пойдем вниз. Так, ну, во-первых, нам нужно вызвать наши мечи. Воу-воу-воу-воу, ведьма. Да не надо. Офигеть, ребят, ну, ну как вот тут, тут можно играть, а? Когда тебя так бомбашат. Игра окончена. Ну и... Пинц. И дошли до сказаний. А, до сказаданий. И здесь упали. А всего лишь получается 3 миссии, да? Если я чего-то не путаю, конечно. Ладно, друзья мои. Ну что, будем, наверное, на этом пока закругляться с вами. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, в чем суть этой игры. Мы ходим, погибаем в определенной комнате, начинаем все заново. А в чем вообще конечная цель? Ребят, напишите в комментариях. Может быть, я что-то неправильно делаю. Может быть, я не полностью раскрыл потенциал этой игры. В общем, жду ваших комментариев. Какая у меня вообще суть здесь? Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.